Всем привет, это Ярик Лапа. Сегодня мы снимаем обзор на туалет. Так, сначала начнем с умывальника. Вода работает. Отлично. Проверим сифон. Вроде бы тоже работает. Мусорка в наличии. Туалетная бумага отсутствует, и крышка от нее тоже. Мыло. Херовая, да еще и в говне. Вот. Так, в общем, умывальник у нас минус. Так, но приятный плюс, присутствует розетка. Так, вентиляция тоже присутствует, но она пассивная. И освещение. Так, обзор на кабинку. У нас, видите, тут вот две кабинки. Начнем. С толчка. Значит, смыв хреновый. Тут тоже видно. Отсутствует ёршик и бумага. Так, но здесь зато есть замочек. Так, здесь все аналогично, но приятный плюс то, что присутствует ёршик. Значит, ручки старые, ржавые. Надо бы заменить. Ну и, впрочем, довольно-таки неплохая плитка. Вот. И неплохой запах. Точнее, хреновый вообще в жопу этот запах. Вот, тут ужасно вообще находиться. Ну, в общем, туалет 5 из 10. Увидимся скоро. Всем пока.